тело. Вообще интернет не доступен. Еще два какие-то. Интернет пропал. Угу. И там было дано вот эти вот слова, и нужно было из этих слов их соединить и составить одно существительное. Мы полурока делали. Бедный 11 класс. А он еще и заедает. Ты не говори. Нет, девочки, да что вы нервничаете? Тут же не зависит результат. А, сертификаты, они должны быть сертификаты. Сертификаты будут? Ну там сертификаты, там заходишь в личный кабинет, и слово сертификаты. По каждому предмету? По каждому предмету. Ох, у меня этих сертификатов. 13 штук. И что, в портфолио вылаживать и что с ними дальше? А дальше вы его скачиваете. Интернет полностью пропал. Значит, туда вылезал. И что скачиваете? Скачиваете и, ну, я, может быть, кто-то бумагу, когда я выберу в город, куплю, то для своего класса и по своему предмету я распечатаю. Это они, ну, Всероссийская Олимпиада, это будет большой, конечно, это не ДНР. Как принесу им? Тем более Сирию. Тем более Сирию. По всем адресам, они там вот так, вот такие вот хазабы. Вот эта девочка, да? Вундеркинд. Это как в интернете. Дорогая математичка. Это как в интернете. Дорогая математичка. И я не списала контроль для математики. Я просто вундеркинд. Так, что ли? Ну, я республиканскую не считала. Завтра химия. Послезавтра общество. Вся училка семья. Ну, честно, я не дома. Когда они стоят, у тебя тут на духовках. Что вы как соединился 28-м классом, я там вообще застрелюсь. Я говорю, все, вы сейчас не успокойтесь, я сейчас все плюну, развернусь и будете сами проходить. Ай, как без тяжело. Это ж не угомонный мальчик. А мы себе пятерые. Сейчас башка лопнет от думания. А так же хорошо. Так, а если попробовать вот так? Угу, а что дальше? Угу, так что ли? А Арина пойдет на улицу. Соболезную. Так как это? О, господи. Ах. Моя. Жесть. Ты за столько урока сегодня пропала, это ужас. Как это проходить, ё-моё, подскажите мне. Секретка. Интересно, общество с какого класса? Мне интересно, насколько написал четвертый класс на Олимпиаду. Общество выбрало уже пятый класс. Нафиг. А у него общество обожает, но не сижу и думаю. А что? Я опять нет, тут намного сложнее думать. Тут даже... Да, сестрой, Карина, с 11-го класса. Я не подумала. Да ты что, я никогда в жизни с той ярославой, которую ты подумал, не буду.
Хочешь тоже подумать? Тут очень думать сложно. Кубик, Рубик. Ага, бегом. То надо, короче, все вот это. Почем? Так еще ни у кого нету. Соня же говорила, что она заходила. А посмотри литературу. Чисто соединяешь, чтобы она, знаешь, как цепочка. Угу. Это все, это весь кубик надо. Это пол. Все, ты проиграл. Да, я уже минут ночью. А еще вот это Сириус, я заметила, на некоторых телефонах, когда копируешь код, вставляешь, он пишет как недействительный. У меня, да. А если вручную набираешь? Ну, действительно. Не знаю, в чем прикол, конечно, это все. У меня такое, ну, в этот раз я поделал без коды. Коды, ну что ж коды? Коды, коды. Как скажут, коды. Коды в Майнкрафте бывают только. Так, что ли, теперь? А, вниз. Да, вниз. В бок. Какой только. Фихуми его. Ой, господи. Допустим. Угу. 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 Каких два? А сколько? 5 минут третьего. Ты пойдешь раньше. Два. Ух, может. Так, 5 минут я могу тут поменять. В этот день кто только переобуется? Кто кого? Настюха, давай, я в тебя верю. Кого? Нету? Они решили Донецк отключить. Кстати, вот эти вот задания я читала. Аня говорила, да? По московскому региону, московская область. Вот эти задания, которые к нам на школу пришли. Это московская область. Все, сейчас хорошо. Захочешь задание, хочешь закончиться плохо. Ну, нормальные задания. Расставим туда и... Ну, такие вот, да? То, что мы проходим. Сейчас попробуем. Они вот тут старославянский язык, который... Кто учит? Можно. Есть ответы. Телеграм. Канал Телеграм. Там есть все ответы. Так. Ага. Теперь попробуем. Мне вчера выбивало уже. А есть можно купить за 200 рублей. Никогда в жизни. А я говорю, как назвался? Панда. Она такая, да, панда. Медвежонок. Карина, смотри. Так. Кто мне разбил телефон? Я ему там он шею надел.